Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о топ-10 скрытых функций вашего iPhone или iPad. Итак, начнем с того, что есть такие функции, о которых вы не знали, и за это вы должны поставить лайк обязательно. Вот, напишите в комментариях, пожалуйста, о скольких функциях вы знали, о которых не знали, мне это будет интересно узнать. Первая функция — это ускоряем работу в подгрузке сайтов Safari. То есть нужно будет зайти в настройки, найти ниже Safari, где у нас находится Safari. Вот, опускаемся еще ниже дополнительно и вот сюда нажимаем Experimental Features. Вот, нам нужно будет активировать вот этот ползунок. Вот, Image Bitmap and Offscreen, что-то там. Вот, когда вы это активируете, у вас сразу же подгрузка начнет намного больше идти, чем была до этого. То есть это касается изображений и кодировки сайтов. Вот возьмем сайт Apple, он тяжелый обычно, но в данный момент он подгружается очень быстро, намного быстрее, чем он до этого, скажем так, подгружался. Вот, выйдем отсюда и продолжим дальше. То есть скрывать фото. Когда вы зайдете в настройки, вы можете скрыть фото ваше видео. Вот, допустим, я возьму вот эту фотографию, скрин, и нажму сохранить. Вам нужно будет найти такой подпункт, как скрыть. Нажимаете скрыть, скрыть фото. Все, ваше фото скрыто, но оно будет отображаться в скрытых фото. Вот, скрытые. То есть не так уж вы это и скрываете. Если кто разбирается в устройствах, то оно не особо и скрывает. Но скрывает от посторонних глаз, скажем так. Дальше. Быстрый поиск в настройках. Если вы не знали, вот когда вы заходите, у вас вот настройки вот так вот появляются в таком виде. Но если вы чуть ниже опустите, у вас появится поиск. И в этом поиске вы можете искать очень быстро нужную вам настройку. То есть, дабы потом не вспоминать, где она была и тому подобное. Она нам в дальнейшем сейчас пригодится. Следующие, скажем, скрытые функции — это быстрый набор после, ну, быстрый набор номера после нажатия вызова. Вы когда позвонили на какой-либо номер, у вас потом остается настройка та, которой вы звонили. То есть нажимаете на вызов, и у вас будет там отображаться номер. Вот, так как я не звонил, после перезагрузки оно этого не отобразит, но у вас будет последний номер, который вы звонили, отобразится моментально. Следующее — это будет касаться Assistive Touch. Вот, как видите, этот вот прыщик. Здесь можно заблокировать экран, убирать громкость, добавлять, отключать звук, многозадачный снимок экрана и тому подобное. Как это включить? Нужно зайти в настройки, опять же, набрать здесь можно Assistive Touch. Вот видите, Assistive Touch показывает настройки, универсальный доступ, ниже вот Assistive Touch. Вы здесь его включаете, а потом для себя настраиваете. То есть здесь вам будет, в принципе, понятно, как с этим работать. Но вообще находится вот в настройках основные, вот, чтобы вы знали. Вот настройки основные, универсальный доступ и вот Assistive Touch здесь. Все это здесь хранится. Следующее — это идеальная работа Touch ID. Что для этого нужно? Вам нужно зайти в Touch ID, ввести ваш пароль текущий, который у вас. Вот, и вот, как видите, у меня здесь несколько пальцев добавлено. Вот, если я буду прикладывать, будет на разных пальцах это все дело отображаться. Вот, как видите, отображается то на третьем, то на третьем, все равно на третьем, ну и на первом. Вот, добавляйте, можно 4 добавить отпечатка, но зимой добавляйте еще холодный отпечаток на улице, чтобы он тоже зимой быстро реагировал. Вот, это очень полезно, в принципе, подойдет. Дальше, шаринг местоположения. Если вы не знали, вы можете поделиться своим местоположением любым из ваших контактов. Когда вы перейдете в контакты, допустим, возьмем чей-либо номер, жмем на информацию номера и вот поделиться геопозицией. Вот тут уже сами определяетесь, на которое во время нужно делиться. Вот. Дальше. Это проговаривание текста. То есть есть такое, как Siri начинает читать. Вы двумя свайпами
сверху вниз проводите, и Siri начинает сразу же читать текст, который находится на странице. То ли же это будет в заметках, то ли же это будет находиться на каком-то сайте, браузере, неважно. Она будет это читать. В данный момент я не могу это показать, так как прекратится дальше либо видеозапись, либо звук пропадет. Но я вам покажу, как это дело включить, и вы сами это отлично продемонстрируете. Вам нужно зайти в настройки, опять же, основные, универсальный доступ, речь и проговаривание. Речь, проговаривание. Вот здесь включаете проговаривание, все, эта функция уже вам будет доступна. Вот и все, а там уже продемонстрируйте, отпишитесь опять же в комментариях, как вам понравилась эта функция. Гид-доступ. Гид-доступ — это тоже очень классная функция. Допустим, если вы даете свой телефон и кто-то хочет позвонить, чтобы вы не переживали, там, что кто-то будет шастать, там где-то что-то искать, вы просто нажимаете три раза на кнопку Home, гид-доступ включен. Видите, здесь ограничения внизу, я уже не могу потыкать сюда ничего. Я могу только набрать номер, позвонить, как бы пообщаться, отбить, все. Но контакты мои не посмотрят, ничего не сможет сделать. То есть, и также это будет либо в браузере там кто-то, либо кто-то смс-ку кому-то хочет написать. Вы ограничиваете именно тот отрезок экрана, сами уже по настройкам, который вам будет нужен. Чтобы отменить, также три раза нажимаете, все, отмена, вводите пароль, все, пожалуйста, отбой. Гид-доступ отменен, вы дальше пользуетесь. Вот. Дальше. Это касается Siri. Но в Siri тоже, опять же, я не продемонстрирую, к сожалению. Вы просто сами для себя попробуйте. Что она умеет? Она вам озвучит курс валют, создаст заметки, напоминания, будильник, отправит сообщения, то есть звонит, отключает Wi-Fi, отключает Bluetooth, открывает и закрывает приложения, строит маршруты в картах и многое другое. То есть вы сами попробуйте, продемонстрируйте для себя. Siri действительно, скажем, толковый ассистент, пускай не совершенный, но уже с каждой новой iOS разработчики прикладывают свою руку и, скажем, она усовершенствуется. Ну, в завершение могу сказать то, что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, близким, знакомым, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. И до следующего видео!